этим, ребята, кинтуха на проводе. И прямо сегодня зашел на аккаунт самого богатого трейдера. Ну просто будьте в шоке, ребята. Gold School и Punisher. Все на этом аккаунте, все в этом видео. Буду прямо в эту секунду, братуха. Прожимай огромный лайк. Подписывайся на мой канал. И приятного тебе просмотра. А мы полетели. Хочешь новую аркану Танта совершенно бесплатно, но не знаешь, как же получить без 75 уровней Gold Pass? Ответ тут. Просто зайди на G стендов, так как вся новая коллекция там уже есть. Не стоит забывать про второй шанс, который дает более крутой дроп. Также у них в группе проходит конкурс на ножики. И еще в счастливые часы можно открыть кейс со скидкой 50%. А, и еще получить бесплатный ножик. Переходим к барабану бонусов. По моему промокоду получаем его совершенно бесплатно. Все эти промокоды есть в описании. Прямо сейчас зашел на аккаунт одного из самых жестких трейдеров. Чтобы понимали, ребят, его даже забанили на торговой площадке на 3 недели, потому что он слишком много трейдил. И прямо сегодня мы посмотрим, за что же ему дали бан. Посмотрим на его инвентарь и посмотрим, на чем же можно заработать голды. Так, ну что ж, дамы и господа, давайте сначала посмотрим его профиль. Что же я вижу в профиле? Я вижу в профиле то, что он почти не играет в стендов, потому что он все время трейдит. Ему не интересен стендов, ему не интересно играть, ему интересно зарабатывать голду. Мне, ребятки, очень интересно посмотреть, какой же у него онлайн. У него онлайн 184 часа, то есть, как мы видим, он играет в стендов 2 далеко не первый день, но со второй стороны не так-то и много. В режиме союзники он тоже прошел калибровку на Silver 4. Так, ну что же, а теперь давайте покажу его клан, потому что сейчас вы просто будете в шоке, ребята. Да-да-да, это Q1 Traders. Это топовый клан всех трейдеров из стендов. Мало ли кто не знал, это самые богатые трейдеры в истории стендов 2. И они все стоят в этом клане. Я многие из них знаю лично, например, Фулиуса и так далее. Мы с всеми с ними общаемся на связи. Но, ребята, то, что он стоит в этом клане, это уже о многом говорит. Я еще не заходил к нему в личное сообщение, но я уверен, что там написано по типу: «Бежи, дай голды, просто смотрите, ку, можно дать, ну-ка, голды, коплю на нож». Да, братан, тебе никто голды не даст. Смотри это видео, присаживайся подобнее, сейчас мы узнаем, на чем же можно зарабатывать голду. Ну а прямо сейчас будет самое интересное, потому что, ребята, мне очень интересно посмотреть, какой же у него инвентарь. Ну что же, нажимаю на инвентарь, и вы просто посмотрите, я в шоке, я в офиге. Сколько же все это стоит, у меня нету слов. И посмотрите, самое интересное то, что он покупал Famas Fury специально, потому что именно эти Famas Fury спустя полгода очень сильно подорожают в цене. Поэтому, ребята, вот вам первый совет от трейдера Кента ПК. Покупайте Famas Fury, если трейдер их покупает, значит они очень жестко вырастут в цене. Дальше у него есть AWM Genesis, давайте мы его осмотрим. AWM Genesis очень красивый, крутые наклеечки, крутые брелки, охренеть не встать. M9 Bayonet Dragon Glass, блин, АКР Трэшер Хантер. Что? Что? У него наклейка Gold School и Самурай? Вы понимаете? Вот прямо сейчас мы смотрим на скин, который стоит примерно 50к голды. А теперь вот я очень сильно хочу проверить, что же такое бан на рынке. Просто давайте вот я нажму на любой скин. Найти на рынке. Найти на рынке. Продать. Продать. Выбираю скин, он говорит, продавать нельзя. Пишу цену, вдруг он нас обманывает. Ну, к примеру, пишу, цена 150 голды. Нажимаю создать. Ошибка запроса, попробуйте, пожалуйста, позже. Да, ребята, если у вас такая же самая ошибка, значит у вас бан на рынке. Ну а теперь, ребятки, давайте посмотрим на его АКР Трэшер Хантера, который есть у него на рынке. Просто внимательно смотрим. Найти на рынке. Вы просто посмотрите на все эти скины. Я в шоке. У меня нету слов. Как же все это классно, как же все это дорого. У него 3 АКРТХ. Но это уже как минимум 1080 голды, это минимум, вот эти 3 КРТХ. Давайте ради интереса попробуем нажать отмена. Он говорил, что скины на рынке тоже не отменяются. А ну-ка, нажимаю отмена, и, к сожалению, произошла неизвестная ошибка. Да, ребятки, у него бан на рынке. Я очень надеюсь, что он у него скоро пройдет, и он будет дальше себе успешно трейдить. Но это, ребята, только начало, вдумайтесь. Так, ну что же, мы видим. АКРТХ с треки 80к голды. АВМ Генезисы, насколько я знаю, у него есть еще один АВМ Генезис на рынке. Да, ребята, вот он. Посмотрите, крутые, красивые наклейки. Притом все эти наклейки очень дорогие. То есть 2 АВМ Генезис, то есть это еще плюс 2к голды. М9 Bayonet Dragon Glass, это сколько? Это еще 8к голды. То есть мы уже видим, что у него уже, вот прямо сейчас, что мы видим, это примерно 100к голды. Смотрим дальше. Блин, ребята, сколько у него Famas Fury? Да это реально раз дороже, чем 100к голды. Охренеть.
Ну а теперь просто посмотрите на эту коллекцию AVM Gear. Просто взгляните на все это. Просто посмотрите. Тут примерно, ребят, ну около 100 AVM Gear. Сколько же стоит AVM Gear плюс Vas Fury, плюс АКРТХ, который на рынке, и AVM Genesis, эти два ножа, которые мы видели? Примерно 140 тысяч голды, вот мы все это видели. И при том я еще не сходил в запросы на рынке, то есть там еще куча скинов. Так, ну что же, я вижу дигл. Посмотрите на этот дигл, охренеть! Это самый красивый дигл, который я видел в своей жизни. Он стоит тоже, ну, минимум 1005 голды, я думаю. Также мы, ребят, видим новая коллекция. Листаем вниз. Я вижу очень много скинов из новогодней коллекции M40 Winter Track. Эти скины не очень дорогие, но тем не менее на них можно хорошо подняться и хорошо потрейдить. Так, ну что же, листаем дальше, потому что чем ниже, тем интереснее. Предаторы. Предаторы, это, наверное, он покупал с наших стримов, когда мы их с тиктаком еще бустили. Поэтому, ребята, предаторы тоже храните, когда-то мы продолжим наш буст. USP Genesis. Нифига себе, люди живут. Вот это я понимаю, USP Genesis. Ничего себе успешный успех. Блин, ребят, ну это уже вот это уже 200к голды. И я еще не сходил с запросы. Мне очень интересно, а что же есть в запросах на рынке. Так, я вижу кучу AVM Polar Knight'ов. Поэтому, ребята, хотите поднять голды, рекомендую покупать тоже AVM Polar Knight'ы, потому что они тоже вырастут в цене. Так, я дошел почти до самого низа. И теперь начинается самое интересное. У каждого уважающего себя трейдера должны быть наклейки, потому что наклейки, они недорогие, но со временем они дорожают, ну чуть ли не в 5 раз. Но, ребята, мой вам совет, покупайте наклейки Арканы, потому что на них вы сможете хорошо заработать. Посмотрите, сколько разных наклеек, какой же другой инвентарь. Так, ну что же, а теперь мы дождались этого момента, я нажимаю мои запросы, запросы на продажу, и давайте кайфовать. Я вижу, что он продает АКР Спорт за 650 голды. Скажите мне, что за дурачок будет покупать так дорого АКР Спорт? Но если тут вот такие вот наклейки, то, возможно, даже сам Кент ПК купит себе такой АКР Спорт. Охренеть, вот это наклейки! Обалдеть, ребята! Если вы видите такие наклейки, не знаю, за 200 голды, покупайте АКР Спорт с руками и ногами. Так, АКР Некромансер за 9500 голды. Почему так дорого? Небось, или Панишер, или Голд Скул. А ну-ка, ой-ой-ой, ой-ой-ой, 4 арканы, ой-ой-ой-ой-ой. Теперь понятно, почему этот АКР Некромансер такой дорогой. Вопросов нет. Так, а теперь АКР и ТХ. Как же их много, ребята. Просто взгляните на все это. На этом АКР ТХ Gold School. И я не помню, как называется, но тоже Аркана. Тут, ребятки, наклейки самые обычные. Я вообще не понимаю, кто это купит за 2-300 голды. Но вот это... Ну, я бы 1000 за 15 голды продавал. Но трейдер продает за 12500, поэтому, возможно, даже стоит это купить. Задумайтесь. Так, а вы... AVM Genesis, и у нас их тоже очень-очень много. Так, ничего себе, ребята, посмотрите, даже есть Genesis с Gold School'ом. Офигеть! Так, AVM Winter Sport, вот это мне интересно, так? Нифига себе, нифига себе, сказал я себе, ребят, 4 аркана, а нет, 3 аркана, извиняюсь, и 4 наклеечка 4 years. Кстати, эти арканы очень красивые, и скин стоит 4375. Ну, кстати, цена довольно-таки адекватная. Ну а прямо сейчас хотел бы немножко похулиганить и посмотреть, за сколько же он покупает все эти скины. Я вижу историю покупок. Тут он купил за 4600 АКРТХ. Тут он купил за 7400. То есть, есть такая вероятность, что он просто покупает АКРТХ, например, с Gold School за 7 косарей. За 7 косарей! Обычный АКРТХ, не 100 трек. Это же просто надо быть сумасшедшим. А потом перепродает все эти скины за 12к. Поэтому, братан, тебе огромный респект. Вот именно вот это аккаунт настоящего трейдера. Ребят, я посчитал, что примерно этот аккаунт стоит в районе 200 тысяч голды. Я считаю, это очень даже неплохо. Так что, ребята, если вам понравилось подобное видео, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока.